Организацию экспедиции взял на себя первый в России туроператор по туризму на квадроциклах ATV Travel при поддержке и участии дилерских сервисных центров марки Сиев Мото, ATV Анапа, магазин Прораб, ATV Крым и ATV Самара. Цель проекта, в общем, продвижение квадродвижения в массы. В общем-то, здесь собрались люди, которые увлекаются катанием на квадроциклах практически со всех регионов России. Здесь представлены как бы Мурманск, Санкт-Петербург, Старый Оскол, Тверь, Москва, Краснодарский край, вот Белгородская область, Анапа, Самара. Подготовка к квадропробегу полным ходом. Транспорт прошел тестирование, тщательно проверили снаряжение. В 9 часов утра команда любителей экстремального отдыха отправилась покорять новый маршрут протяженностью около 900 километров. Участников пока на старте в районе 20. Как только мы переправимся через паромную переправу, там Крымская, Квадробратья, еще в большом количестве присоединится, я думаю, что у нас будет команда более 30 квадроциклов. Вот, то есть, таким составом мы будем посещать красивые места Крыма, фотографироваться, вести видеозапись, чтобы потом смонтировать какие-то интересные ролики и показать уже российской квадрообщественности. Маршрут разбили на 6 дней. Конечная точка – город-герой Севастополь. В Крыму преобладает горный ландшафт. Путешествие на квадроцикле – самый удобный способ полностью насладиться окрестностями и природой, ведь на нем можно добраться до любой вершины. Самое главное – взять с собой выживание. Все остальное – надо подготавливаться очень серьезно, на самом деле. Много что надо. Специальную экипировку, чтобы комфортно было, не замерзнуть, не промокнуть. Обсудить путешествие, поделиться впечатлениями и стать участником проекта может каждый. Достаточно обратиться в дилерский центр «Сиев Мото», магазин «Прораб». Собравшаяся квадрообщественность выражает большую, великую благодарность принимающей стране на Анапской земле дилерскому центру «Сиев Мото», магазину «Прораб». То есть они нам предоставили вот эту площадку, где мы смогли оставить автомобили, прицепы, разместили квадроциклы. Их техническая служба помогает нам в каких-то мелких вопросах при подготовке старта. Вот. Рекомендую, если вы планируете свое путешествие по этому побережью, обратиться в данный дилерский центр, они помогут, и ваше путешествие будет замечательно. Если вы активный человек и не можете прожить ни минуты без очередной порции адреналина, то тогда вам прямая дорога в Прораб. Здесь есть все для любителей мототехники. Широко представлены квадроциклы различных видов с подробной характеристикой каждой модели. И опробовать ее возможность представится. Дилерский центр «Сиев Мото», магазин «Прораб» обещает еще немало интересных пробегов и путешествий. Город Анапа, Симферопольское шоссе, 9.